Всем привет-привет! Сейчас мы попробуем две новых функции, два новых приложения на телефоне. Я установила рекордер для записи с экрана. И сейчас я в прямом эфире настрою IGTV. Новая функция для Инстаграма. Вот у меня аккаунт. Заходим. Значок у нас возле письма в правом верхнем углу. И настраиваем, нажимаем квадратик, создать канал. Шестереночку. Создать канал. Идем далее. Делитесь длинными видео. Дольше минуты. Используйте вертикальный формат. Чем отличается от YouTube? Это то, что здесь у нас используется только вертикальная запись. Создать канал. Все, канал создан. Можно выкладывать видео, какие у нас уже есть. Можно загружать новые. Давайте попробуем загрузить видео. Вот, допустим. Доброе время суток, дорогие друзья. Меня зовут Небольшое такое Ольга. Видео. Сейчас и попробуем его загрузить. Я хотела бы с вами поближе познакомиться и выразить вам свою благодарность. Редактировать обложку. Приглашение на курс. Приглашение на курс по Инстаграм. Так, описание. Что же написать? Ну, так и напишу тоже. Приглашение на курс, на онлайн-курс продающий Инстаграм. Так, открыть доступ. Все, и опубликовать. И точно так же, как в сторис, у нас здесь будут и просмотры, и лайки. Сейчас я еще это отправлю в Facebook. И можно также делиться. Можно выбирать обложку. Все. Вот мы опубликовали мое первое видео в IGTV на ТВ Инстаграм. Вот так это работает.